Если Экстралига 2 все-таки станет реальностью, то предсказать ее участников видится делом простейшим. Вряд ли кто-то из четверки Брест, Витебск, Могилев, Химик сможет подняться выше 9 места и спастись от вылета во второй дивизион. Лето не принесло кардинальных изменений в хоккейных хозяйствах этих городов, а пустыми надеждами мы питаемся уже не один год. Интрига состоит лишь в том, в каком порядке команды расположатся на табличном дне. У Химика внутренние резервы школы богаче, так что он 9-й. Брест, на наш взгляд, добьется незначительного прогресса и уйдет с последнего места. Там окажется Витебск, а Могилев с молодым, неопытным тренером станет 11-м. Команда У-20 — это пусть и молодежная, но сборная. Здесь аккумулированы лучшие хоккеисты возраста со всей страны, поэтому ее потенциал выше, нежели у названного нами квартета неудачников. Ее 8-е место, как и в минувшем сезоне. Прыгнуть выше не получится из-за отвлечения на главную задачу участия в чемпионате мира и последующих после него кадровых изменений — привлечения игроков юниорской сборной. Лида также сохранит прошлогоднюю 7-ю позицию. Главное приобретение клуба – новый главный тренер Дмитрий Дудик, которому амбиций не занимать. Некогда в инертном в спортивном плане Витебске он смог совершить прорыв. В Гродненской же области на его стороне еще и внимание властей. Однако вклиниться в шестерку рыцарям будет сложно. Команды, которых Лида могла бы потеснить, стали сильнее. В первую очередь имеем в виду «Металлург», который впервые за последние годы сумел сохранить сыгранный состав и укрепить его достаточно качественными исполнителями. Яскевич, Слыш, Белинский — это те игроки, которые помогут «Стальным волкам» навязать борьбу «Динамо Молодечно» за 5-ю строчку в таблице. В ростере «Молодечно» произошли некоторые изменения, но, кажется, потери легко гасятся приобретениями. Статус фарм-клуба не позволяет приглашать опытных игроков, о нехватке которых по весне сожалел Дмитрий Кравченко, а значит и добиваться большего, нежели порой кусать фаворитов и занимать место сразу вслед за ними. Бронзовая эпоха наконец-то закончится, только не так, как бы хотелось гомельским болельщикам. Вместо улучшения качества наград, рыси ждет падение на 4-ю строчку. Это в лучшем случае, ведь плей-офф непредсказуем, а там команде Олега Хмыля, скорее всего, достанутся честолюбивые «Металлург» или «Молодечно». В межсезонье команда слишком много потеряла в кадровом плане, да и сопутствующая обстановка в Гомеле, судя по отзывам ушедших игроков, не лучшая. «Шахтер» провел широкомасштабную селекцию, зазвал легионеров из Чехии, укрепил вратарскую линию, добавил специалистов в тренерский штаб. И на бумаге определенно стал сильнее. Медальный финиш кажется делом решенным. Остальное будет зависеть от того, сможет ли главком команды Владимир Цыплаков проявить свой тренерский талант в должной мере. Не выход в полуфинал Кубка настораживает, но то был летний хоккей. Дотянуться до серебра возможно, только надо победить юность. Судьба минчан во многом будет зависеть от того, смогут ли стать лидерами команды легионеры, Словак и Уолтерс. В остальном же состав юности — это пресловутый сплав опыта и молодости в идеальной пропорции. Возрастные игроки еще не старики по хоккейным меркам и могут держать свой уровень, а молодежь должна прогрессировать. По крайней мере, игровым временем она ограничена не будет. По нашему мнению, быть юности в финале — 5-й раз к ряду. О Немане в разрезе Лиги Чемпионов мы говорили много, повторяться не будем. Стабильность и сыгранность состава, тренерская уверенность Пушкова и опыт, приобретенный в Еврокубках, тикеты на которых, скорее всего, будет воздвигнуто очередное чемпионство.